смысл удалять вот что такое в этой игре? Не знаю, но от греха подальше просто удалили на всякий случай. Вернулся на стрим, ролим следующую игру. Последняя игра отрезка 100-200, чат. Последняя игра 100-200. Мы вполне возможно сегодня прыгнем в 200-400. Окунемся, так сказать, вернемся в 200-400. Ух, как я бы хотел вернуться в 200-400. Вы бы знали. Столько игр было. Так. Фак, подарочный ресап на бота считается как саб же. Ну да, вполне. Так. Ну что, крутим? Metal Slug. Metal Slug! Нет, он не докрутит. Докрути! Metal Slug! Блять! Докрутила! Ебать! О мой бог! Metal Slug, просто смотрите, что это. Просто, блять, смотрите. А Metal Slug 3 это самая новая, да, насколько я помню? Потому что я играл, у меня на PlayStation был первый Metal Slug и Metal Slug X. Я так понимаю, Metal Slug 3 это прям вот совсем новый, самый последний, да? Есть четвертый. Блять, как же охуенно. Купить Metal Slug 3. Какого года она? SNK Corporation. Блять, кто бы знал. Я говорил, что Metal Slug должен упасть. Просто давайте посмотрим, что там было. Вот это, что это у нас было рядом. Mayan Death Robots, 20 часов. Прикиньте, 20 часов. Mayan Death Robots, Escape from Labyrinth. Непонятно тоже, что за дерьмо. Рекурсет был, блядский рекурсет. И Metal Slug. Просто. XCOM UFO Defense это ж на 38 часов. И выпало. Дата в Steam больше не считается. Не, вообще не считается. Какая разница. Это ж не игра детства. Metal Slug 3. О, кайф. Просто как? Как это могло быть? Metal Slug 3 это там, где зомби или нет? Это там, где зомби или нет? Сейчас подойду, пописываю и вернусь. Хотя нет, ладно, доем. Да, понял. То есть, я говорю, я играл в Metal Slug. Потом был Metal Slug 2. В который я не играл, насколько я понял. Потом Metal Slug X. Где начали пришельцы появляться. И в конечном итоге последний босс ты объединялся с чуваками, против которых воевал, и уничтожал корабль пришельцев. И Metal Slug 3, я так понимаю, там еще на слонах можно кататься. Вроде, да?
Все, пописываю и возвращаюсь. Пиздец, Metal Slug, охуеть. We'll be right back.
Может, на стрелке есть 1000? О, да, действительно есть. Окей. Ну, это фактически просто масштабирование, потому что черные полосы все равно остаются. Врубите барабаны, не. Окей. Блин, сколько кредитов? 5, 20, 10, 5. Фриплей. Ну, конечно, медиум и кредиты — это разные вещи. Фриплей по дефолту. Ладно, давайте. Okay. Давайте, не на корову играем, как бы, типа, выебываться не собираюсь. Не собираюсь выебываться тут. Всегда любил за Тарму играть. Всегда любил играть за Тарму. Mission 1. Start. Меня сразу зарубили, кто бы мог подумать. Thank you. Heavy machine gun. Супер гранейт, ого. Все, поплыли. Норм без таймера проходить точно. Точно, без таймера, конечно, норм проходить. Но с таймером-то получше старт. Окей. Thank you. Thank you. Капец, меня прижало. Как бы я без контов ее проходил? Как бы я ее без контов проходил? Ой, блин, зачем я взял вот этот щит? Дай что-нибудь. Какашку дал мне. Так, ладно, давайте я потише сделаю чуть-чуть. Чутка потише, самую малость, потому что реально по ушам долбит. Долбит нормально, так сказать. Лул, он типа может бесконечно умирать. Ну, типа, да. Да, может, да, может. Блин, сколько жить будешь, краб? Вебка, я понял.
Да что ж такое, вебка теперь лагает. Да чего ж приятная игра. Блин, настоящая игра детства. Вот, типа, ну, как бы, ладно. Третья часть для меня игрой детства не была, потому что у меня ее просто не было. Но первый Metal Slug и Metal Slug X — это прям вот реально детство. Не знаю, как для вас. Нормально. Не стоит. Поехали в бир. Жесть мяса, ну да. Блин, взял хэви ма... Ооо, я походу взял нормальную пушку. Ну да, нормально. Блин, ему пофиг было просто, ему просто было наплевать. Спасибо за 100 рублей. Мистер Хакер без негатива. Ну ты понял, да ты понял, да я тоже без негатива, сори, что я не сказал спасибо, но типа я должен был сказать спасибо, но ты просто понимаешь, типа, когда ты настолько близок к тому, чтобы... оказаться в следующем ценовом отрезке, тут такая подстава происходит. Ах, поджог меня. Особенно еще такая топовая, знаешь, вот типа я думал, блин, прикинь, вот для тебя это игра детства, и ты на ней завершаешь ценовой отрезок. Ну это ж охренеть как круто. Он же без доп. Жизни не пройдет, а у меня тут бесконечные конты. Я могу тут проходить как хочу и сколько хочу. Ну, конечно, в рамках какого-нибудь челленджа я бы, может быть, и поставил ограниченное количество контов. У меня вот, например, на плойке первой, типа, первая часть была с ограниченным количеством контов, и ты ничего с этим сделать не мог. Ух, сколько я задрочил, чтобы ее пройти. О, зомбари. Зомбари. Вот, тут самому, я помню, тут самому можно стать зомби. Игра за 100-200, какого она года? Она 2000-го, по-моему, это... Это 2000-го или 2001-го? Не парься, следующая игра... О-о-о, все, я зомбарь. Ну чё, блин?
Так, что он там вызвал? А что за... А, видимо, на одну жизнь. Все, меня раз испепелило. Блин, с одной стороны зомби, с другой стороны вояки. Босс вертолет. Нет, не босс. Но босс вертолета тут тоже бывает. И тут я тут отличился немного. Почему плюс игра одна? Что случилось? 10 сабов подарили, а так как у меня чокер боли, то ничего хорошего это мне не принесло, разумеется. Блин. Вот это я обожаю. Вот это оружие я просто обожаю. Так, здесь можно сюда. Thank you. Блин, со второй убили. Ибо он в курсе. Но я вторую-то проходил потом. Блин, он меня убьет. Я вторую-то. Ой, точнее, третий Metal Slug в итоге вроде, ну, насколько я помню, проходил, но уже в более позднем возрасте, так сказать. Да что ж такое? То есть, типа, я в курсе всяких вот этих мест, где можно альтернативное прохождение получить. Ёпта. Да ёпта. Да ты сдохнешь! О, господи, он не хочет умирать, вы понимаете? Как эта игра выпала? Вот не знаю. Там куча было игр по 30 часов, и выпало это. Да давай, 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 я смогу. Похуй. Да, блядь, ты можешь это... Да он не умирает, вы понимаете? Он не умирает. Все, просто убейте. Она сколько час... Ну, она где-то час, то есть, типа... Блин, ну одному очень сложно здесь проходить.
написано на 4 часа. Нет, там 5 миссий. Типа первую миссию мы за 10 минут прошли. Вот, вот просто насколько им пофигу, я не понимаю, что с ними не так с этим. Да просто добей меня. 15 минут назад прошел игру про пацана и варежку. Не, я прошел еще одну игру про Санту. Поехали, блин, на слоне вас. Ничего не происходит. Так легче просто еще раз умереть. 2D Far Cry. Нет! Нет, наш слон! Все, солдаты не справились. Нет, это не третья миссия, это пока еще вторая. Это пока еще вторая. Вот тут босс будет. Ну давай, давай, давай. Опять эти, опять какие-то пришельцы. Их осталось пятеро. А их всегда было пятеро. Блин, всегда надо прокидывать все грены. Я все время забываю, что нужно, типа, главное прокинуть, типа, все грены, пока ты жив. Потом уже как получится, а потом как получится. Так, мне пришли гренки. Блин, последним всегда сложнее всего. Последним всегда сложнее всего убить.
Ну что, вторая стадия. Ах! Не пропрыгал. Ох, блядь! Это старый Metal Slug, а есть новый? Я нового не знаю. Минус 30 кантов. Не, ну я не думаю, что 30, но штук 15 мы уже точно проиграли. Штук 15 кантов точно есть, может быть... Я думал, Metal Slug всего 4. По крайней мере, в Steam есть только 4 Metal Slug. Так, водный уровень. Mission 3. Start. Ну, скажу так, первые Metal Slug намного проще, чем вот этот. Хотя, может, это просто потому, что я давно не играл. Бля, медаль, медаль. Ой, сейчас какая-то нечисть тут будет. Помню, помню. Сейчас сломается. Ах. Ух, как много. За третий конт сапку жду. Но это было бы слишком жестко. Я бы тут себе столько плюс игр уже бы наделал. Блядь, опять. Блин, ну откуда я знал, что он будет вот эти бросать еще? Второй такой, да вы что? А, это просто его вторая фигня. Тогда ладно. А! Не успел. Блин, прыжок неудобный. Прыжок неудобный. Надо было перенастраивать эти... Прыжок на Б вообще неудобно. Yep.
на клаве проще. Ну. Блин. Он всегда с этого рафлировал. Тут даже, по-моему, у некоторых есть крик Вильгельма. О, вот это слишком сильно. Лазер, это слишком сильно. Лазер очень сильный. Да блин, чё вы меня рубанули-то вообще? За шо, чуваки? Да блин. Санту прошли... Ой, Санту мы вообще быстро прошли. Оказывается, эта игра на 30 минут. За 30 минут его прошли. Блин, я шотган сразу проебал. Он же такой крутой. Блин, одного деда не спас. Я даже не помнил. Я этого босса даже не помню. Фак! Он же орёт фак? Или я просто так говорю? Или я просто так ругаюсь? А как тут выжить вот в этом моменте? Как тут выжить, когда он и другое кастует? Вот тут типа 100% минус конт. Вера Кеттинсон. А, он кричит. А! Mission complete. Oh.
Оу-оу-оу. Блин, ну верблюд достаточно боевой. Ой, танки пошли, все. Начинается Вьетнам. Да ёпта! Сколько можно умирать уже на этой игре? Не, ну ладно, справедливости ради, здесь реально сложно не умирать, играя одному особенно. Я в эту игру с батей играл, в Metal Slug. Блин, оба взорвались, и в этот момент я сдох. Чё, мумии? Я забыл, что мы умеем в X7. Как он меня сожрал? Блин, зачем я открыл проход? О, я зафакапил. Да опять он меня сожрал. Пойдем в этот бункер, хрен с ним. Тут. Но боссы мне в иксе, вот пока, мне боссы в иксе и в первой больше нравились, чем вот в этой части. Привет, привет, привет. Ай. Почему я не могу прыгать? Почему я не прыгаю? А, господи. Я не мог прыгать, потому что там типа этот был потолок. Вы не взрывайтесь на меня. Ой, я пожрал. Все, я жирный. Жиробубелем стал. Come on.
Ninja. Ах ты! Так, лазер не зафакапили. Нет, я его просто не подобрал! Дурак! Я просто... Всё, босс. Ты херни где надо? Кого-то начал вызывать, нет и нет. Блин. А по нему еще и гренами нельзя попасть, вот это реально залупа. Metal Slug, конечно, топовая игра. Да, дает ясно. Не, если бы у меня тут были ограниченное количество контов, я бы тут застрял надолго. Да ебт! О, это третья фаза началась. Я уже не церемонится. Thank you. Да взорвись ты уже. Все, я на пофиг стреляю. Чем я вообще двигаюсь, если я на пофиг стреляю? Ну хватит, хватит, хватит. О, лазер пошел. Ему еще. Блин, я на этом боссе уже столько контов потерял, я даже не боюсь представить сколько. А ему хоть бы хны. Mission complete. Блин, у меня пару ложек салата осталось, надо его доесть. Ой, там котик спит. Сейчас доем и продолжим. Mission 5. Start. Бля. Эй, ну hello. Блядь. Игра даже не дает мне поесть, говорит, ты че охуел, блядь.
Блин, насколько я помню, у этой игры даже лор какой-то есть, но... Он проявляется только в Metal Slug X, где ты объединяешься с этими чельбоссами. Ты бесконечно можешь кушать. Да нет. Сейчас буду фэтом. Хочу быть фэтом. Ладно, фэтом я не буду. Тут экшен, конечно, это Metal Slug. Тут, видите, аж FPS не хватает. Так, ну я столько бананов сожрал, можно я уже жирным стану? Блин, помню, на плойке то же самое было. О, ну это за лупом. О, во, главный поехал наш. Да, ты же главный тут. Ты еще не главный. Не, это не главное, это не главное. По тебе можно стрелять. А, это... В какой-то из частей это был босс. В какой-то из частей это был босс. В первой, возможно, босс... Да. Не, ладно. Команд бой — это чел из первой части, из второй миссии. Он там сверху стоит с пулеметом. Один оказался умнее. Сегодня добьешь, да придет опять банбан, даст мне плюс игру. Я бы уже вот сейчас добивал. Я бы сейчас уже добивал отрезок, если бы не плюс игра от банбанда. Ну, мы посмотрим, что выпадет в следующем. Может быть, добьем. Все будет зависеть от того, что следующее будет. Heavy
Разве забаненные не могут дарить сапки? Я думаю, забаненные могут дарить сапки. Думаю, забаненные похуй. Ты же можешь? Текстовая новелла, да, было бы прикольным. Блин, в первой миссии, в первой части почти такой же босс. Блять. Я забыл. Опять эти пришельцы. Вот они опять с нами объединились. Против общего врага. Забаненные даже не могут опустить Элисаба. Не, ну я не буду себя так грязно вести, конечно. Просто давай договоримся, что ты больше не будешь дарить 10 подписок. Просто давай договоримся, что тебе стоит не дарить подписки. 240 хочу перед вырыванием зуба. А то мне накидают дерьма, ну типа опять на 100-200, там плюс игра мне, моему сыну. За неделю-то отсутствие стримов просто. Сказал бы раньше. Сказал бы раньше. Так ты не сидишь, ты же сидишь на стриме у Ласки, откуда? Как я должен был сказать тебе раньше об этом? О, мы достаточно долго еще держались, я думал, это типа бесконечное. Ну дай мне номер этого факера, если попадаю. Ой, Soft and Wet дарит одному пользователю. Rated bot. Спасибо. Спасибо за сапку. Я потом добавлю. А как я тут должен был пройти? Чейсер, вот эта клевая штука. Самонаводящиеся ракеты. Rocket Launcher. Блять. Вот это хуёво. Достать бабло с ЗП. Вот это правильный подход, вот это грамотный подход. Да взорвись уже, эта штука ссаная. Все, босс.
Да-да-да, как в Metal Slug X. Блять, я серьезно Heavy Machine Gun взял? Ну, третья фаза, давай. Ебать, вот этого я не помню. Как я на пестике чисто. Вот ты мозг, ты мега мозг. Нет, ты не мега мозг. Бля, такой слышняк, конечно. Полноценный. О, лазер, 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 дай лазер, сука. Блять, я сдох из... О, май, какой же дебил. Я лазер спидел. Так, это не повышен. А, я не чейсер точно. Да, не чейсер, нормальная тема. Рокет лаунчер похуже, конечно. Да ладно. Мне просто не хватает урона, понимаете? Пробить. Да что ж, я появляюсь и сразу умираю, ну как так-то? Дай босс уже. Когда босс там уже? Летим непонятно сколько. С конечными контами нелегитимно, конечно, почему? Блять. Ну дай мне номер этого факера. О, сколько там 5 подписок?
То есть 6 из 10 уже. Спасибо. Спасибо за подписку. Ну дай мне номер этого факера, если попадаю. Я добавлю, ну типа, мне просто неудобно сворачиваться, но я добавлю. Ну дай мне номер этого факера, если попадаю. Душит сволочи, надо срочно проходить. Ну дай мне номер этого факера, если попадаю. А у меня там типа когда закончится этот. Насколько я помню, когда у меня закончится. Насколько я помню, когда у меня закончится чокер, у меня будет либо 40, либо 45, там, по-моему, сабгул. Все, мейн босс. Кто, блин? Насколько я знаю, тут если постараться, ну как постараться, если ничего не делать, то они сами все сделают, эти чили-боссы. Тело сразу. Да что ж такое? Все, пропрыгали. Мегамозг, здорово. Главный мегамозг. Yeah.
Russian Bear, понимаешь, просто дело в том, что я не должен играть на высоком уровне сложности. А если в этой игре ставить ограниченные конты, то это будет приравниваться к высокому уровню сложности. Потому что тут вот, типа, не задрачивая, даже 20 контами соло пройти Unreal, блядь. Просто Unreal. Конты по дефолту были включены такие. Почему я должен их менять? Ебать. Это мои клоны. Если бы у меня по дефолту стояло какое-то конкретное количество контов, то я бы их, конечно, менять не имел права на бесконечную. Так как они стояли сразу Unlim, что жирничество дает, да ничего толком, просто визуал, то имею полное право, я считаю. Блядь, вот дропшот мне нравится меньше всего из оружия. Правда, они не горят эти... А, не, горят. Нормально. Блин, какой долгий тут последний уровень. Последний уровень очень долго. Долгий. Можете идти и мошнить Мел там или кому угодно там идти мошнить. Просто в этом случае я буду прав, потому что я никакие дополнительные настройки в свою пользу не ставил. Я ставил то, что было у меня в начале. Медиум, бесконечный конт. Все, я поставил это. Почему я должен был ставить какое-то конкретное количество контов, непонятно. Я считаю, что если я поставил бы ограниченное количество контов, то я бы тогда сделал игру сложной, а не средней. Жду аргументов, типа... против того, что я... Блять. Подорвался.
пожалуйста, ну попади ты по этой штуке. Я не могу... Прикиньте, я просто не могу попасть по этой штуке. Да просто попади по мне, лол. Фроги в Castle в теме есть, я не знаю. Когда канты бесконечные, сложность не минимальна, просто вопрос времени, а не скилла. А когда канты конечные, сложность невысокая, как ты определяешь, что вот какое-то конкретное количество кантов равняется среднему уровню сложности игры? Начальные настройки игры. Бесконечные канты и выбор сложности. Если бы бесконечные канты ставились отдельно, не изначально, не дефолтной игрой, то тогда это бы означало, что это ослабление игры. А если игра изначально мне на среднем уровне сложности дает бесконечное количество контов, значит, они считают, что это и так средний уровень сложности. И все, что является ограниченным количеством контов, уже... Как у нас этот чел выжил, интересно. Уже является повышенным уровнем сложности. Количество контов зависит. Нет, почему это зависит от количества контов? Чат, ты на квиксейвы помашнил, да. Любую игру, в которой есть квиксейвы или какие-либо сейвы, пройти это вопрос времени, разве не так? Ах ты. Не, он слишком много выпускает этих штук. Они даже не, ну, типа, они даже не контролируются. Бля, как же он помогает своим одним выстрелом в минуту, блядь? Как же он помогает? Так просто скажи, что прошел игру. Ну давай я каждую игру буду говорить, типа, ну какая разница, это вопрос времени. Давайте Мэл скажет, какая разница, это вопрос времени. Я ее в любом случае пройду. Типа, у меня же сейвы бесконечные, это просто вопрос времени, когда я ее пройду. Давайте засчитаем мне ее пройденной. Любую игру, так ты скажешь. Типа, это вопрос времени. В том-то и дело, это вопрос времени. Мы играем на время. И это главный вопрос. Mission all over. Mission all over. Все, время. Окей.
Победили деньги, если реальный автомат был. Ну да, там тоже бесконечное количество контов, просто деньгами закидываешь. Только на автоматах, я предполагаю, там максимальная сложность стояла. Прошел игру, поздравляю. Спасибо. Бьорн Токсик. Прикольно. А ты мошнил на Бьорна, когда он текстовый квест за 5 минут прошел? Ой, визуальную новеллу, когда он проскипал за 4 минуты или за 5 минут. Ты на него мошнил или там все нормально было? Проблема в том, что сейвы позволяют надрачивать скилл, чтобы проходить. Здесь же можно просто зажать кнопку и ждать, так и смерти не сбрасывается прогресс. Ну, это особенность игры. Почему нет? Почему нет? Я еще раз говорю. Если бы по дефолту на уровне сложности медиум стояло бы ограниченное количество контов, то тогда, да, я согласен, что я не имел бы права менять количество контов. Так как на дефолтном уровне сложности в скобочках медиум стояло бесконечное количество контов, значит, это и считается уровнем сложности игры. Если делать меньше количество контов, то это сложный уровень прохождения. И он может активироваться только по желанию стримера или при наличии повязки Рэмбо. Вот так. Вся инфа 18 из 19. 18 из 19. Плюс 6 из 10. Metal Slug я закрываю. Включу даптрек на один. А на даптреке никто не играет вроде, да? Просто как обычно. Пописать хочется. Вообще хочется пописать. Чат. Хочется пописать. Так. Кстати, гифпоп мне так, конечно, ты мошнил. Да нет, ты не мошнил, я уверен, ты не мошнил. Так, ладно, включу просто музыку из iTunes и подойду через минутку. Так, я снова тут. Never gonna give.
Так. Давайте, давайте, давайте дослушаем и покрутим, и покрутим. После Рика Эстли плохая игра выпустить не может. Так, ну что же. Ну что же. Пьюк-симулятор. Симулятор болеватни, что ли? Cartoon Way, Mini Cars. Happy Birthday, Bernard. Блин, чуть-чуть не докрутили до Пьюк. Cat Simulator. Один игрок, частичная поддержка контроллера, экшен, приключения, казуальные игры, инди-симулятор стратегии, ранний доступ. Ну-ка на HLTB. На HLTB про эту игру пока ничего не сказано. Три часа. Значит, как раз 1, 2, 4, 8. Simply Easy. Ну, давайте посмотрим, что это вообще такое. В основном отрицательное. Так, нужно ловить крыс. Хост от кекса. Не проходим, походу. Да, очень похоже на типа Need for Drink или что-то типа того, которое тоже не проходится. Бля, это уже по второму кругу, кстати, мы это уже видели. Так, еще крыску поймать. Кекс хостит на 3865 человек. С ума сойти, с ума сойти. Я даже когда букинг смотрю, меня столько не смотрит. Кекс, как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Спасибо большое за хост. Привет, ребят. Всем привет. Кейк в. Блин, клёвый смайл, кейк в. Сейчас спидранил жигу на 200-400. Ну, за один час надо еще постараться пройти. Окей, давайте посмотрим. Так, об этой игре. Cat Simulator is a fun game, but it is in early access. Please don't purchase it unless you want to support development of the game. 2016 год, если что, Early Access. Fun first person code, и goal is to chase rats and is to break things, eat, and you'll experience the joy of hunting mice, and while I can not much destruction, you can key futures, be a cat, rack up points, banking, or lots of bucks. Игра ужасная, очень сырая, постоянно провал сквозь текстур, застревание нет, геймплей никакого, просто ловить мышей и скидывать посуду со стола, которая, кстати, отталкивает тебя. Крыши у дома нет, а голубое небо все в черную крапинку, не покупайте эту игру. Довольно корявая игруля, сделанная на Unity, с использованием стандартных ассетов, всего один уровень, слабое музыкальное сопровождение, разрабатывалось такими же парнями, что делали Project Cats. Вся игра...
это вырезанный уровень из игры или упомянутый выше? Один уровень? Так. Одна карта. Одна карта. Ну давайте в любом случае посмотрим. Давайте в любом случае посмотрим на это. Одна бесконечная карта. А вдруг конечная? А вдруг одна конечная карта? Вдруг там есть, в конце концов, локальный хайскор? Даже не надейся, кек. Но, знаете, немножко хочется понадеяться все-таки. Поймите меня. Поймите меня как человека. Как человека. Все-таки хочется, чтобы она была конечной. Не со самой малости. Controls. Move, rotate, score, timer, jump. А, spacebar. Сейчас, секундочку, надо запустить же таймер. Игра по ушам, кстати, долбит нормально. А я поймал крысу. Я в эту комнату не могу запрыгнуть, что ли? Блин, они реально отталкивают меня. Посуда отталкивает, чтобы вы понимали. Ёпта! Посуда, толкайся, слышь? Блин, ну и параша. Доволен? Пока не знаю. Сейчас таймер закончится, посмотрим, доволен ли я. Крыса, крыса, крыса. Прямо на меня идет, да, да. Именно так реальные крысы и делают. Так, что это у нас тут? Какие-то записки. Блин, где мы вообще живем? Что это за дом? Мы в средневековье? Мы в средневековье? Hurry up. Hurry up. Мяу. Так выглядит квартира шейхов, понял. Так, это толкание нищетого. Где еще крысы? Есть ли тут еще крысы? Блин, вот что двигало разработчиками, когда они создавали эту игру? Ну, типа, вот что они хотели впоследствии с этой игрой сделать? Хайскор. Ну ладно, это...
Да не, ну это рерол, ну это типа... Это даже не игра, ну чуваки, это... Ну это даже... Ну это... Да, ну кто сказал, что пройдено? Это... Я бы очень хотелось, чтобы эта игра считалась пройденной, но нет. Нет, это не пройдено. Ты побил хайскор. Не, ладно, это рерол очевидный. Тут и ноль будет хайскором рерол. Да, я согласен, я согласен. Тут и ноль будет хайскором. Так, удалить. Потребовать деньги обратно за эту игру. Так. Нет. Почему нет? Ну дай мне номер этого факера, я с ним попадаю. Ичбиндойцл, спасибо большое. Спасибо большое за подписку. Благодарю тебя. Спасибо. Спасибо. Так, 7 из 10. Ладно, крутим колесо заново. Так, что тут у нас есть? Ни одной игры. Ну, Lucky Panda. Угу. Lucky Panda. Среднее время в игре 4 часа. Один игрок, коллекционные карточки, приключения, казуальные игры, инди. Инди, casual adventure. Ну, то есть опять какой-то... Скорее всего, опять какой-то платформер. 0.5. Оценка 3 юзера. Ну, один юзер проголосовал. Нет, 2 из 100. Не оценка, если что. Но хуеть. И что? Он типа должен... А, он должен все листочки собрать. На все листочки должен собрать. А, это весь трейлер. Отлично. Анимированная графика, простой и веселый геймплей, незабываемые приключения. Lucky Panda – простейший платформер с элементами выживания, в котором вам предстоит проходить разнообразные локации за беззащитную панду. Представьте, что ваш вид вымирает, вы должны сделать все, чтобы выжить. Будьте внимательны, на вашем пути находится множество разнообразных врагов и ловушек, которые жаждут вашей гибели. Суть игры состоит в том, чтобы собрать все веточки бамбука на уровне, после чего откроется домик панды, спрятавшись в котором вы перейдете на следующий уровень. Удачи! 40% из 15 обзоров. Ну, давайте посмотрим. Купил игру с купоном лишь по причине того, что в магазине игры справа было написано, что есть коллекционные карточки. По факту карточек нет. За 29 лет жизни меня так еще никто не обманывал. 11 обманутых игроков из 10 моя оценка.
Впрочем, может, технический уровень, настройки изображения, процесс примитивный. Сильную скуку. Всего их 12. Всего 12 уровней. Неплохо. 12 уровней неплохо. 79 гривен. 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 Чат. Успокойтесь. Успокойтесь. Lucky Panda точно стоит больше. Сейчас я вам покажу, сколько она стоит. Lucky Panda стоит 102 рубля. 102. Самое время для даб-трека. Да, я согласен. Я полностью согласен. Заходите на даб-трек, ставьте свою музыку. И будем балдеть. Проходя эту игру. Это шуточные рубли. Да, немного шуточные рубли. Белл, что такое? Надеюсь, мне не сломает она экран. Powered by Construct 2. Не знаю такое. Если честно. Так, Lucky Panda так не запускается, окей. Игра окно. Движок второго дивизиона, да? Что ж не запускается тогда? Сейчас, секунду. Комп не тянет, возможно. Не, у меня просто вообще ничего не захватывается сейчас.
Минимум. Я побежал, я короче, зря скорость завязал. Я почти прошел уровень. Тут 4 вообще бамбука, я только сейчас разглядел. Ладно, просто убей меня. Просто не скользи, я постараюсь. Неудивительно, почему панда вымирает, да. Это было опрометчиво с моей стороны. Допрыгнул. Предыдущие разы допрыгивал. That's right. Как он долго прогружается. Наехал. Физика тут, конечно, ну, типа, реально, вот это скольжение, это единственная проблема, из-за которой, типа, мы все еще игру не прошли до сих пор. Ну, тут без разницы. Грустный вперед. Ух ты, водный уровень. Так было в России с далеких времен.
Так, стоп, я же первый раз запрыгнул еще. Блин, тут пиксель хантинг, что ли, начинается. Походу, пиксель хантинг. Да что ж такое? Почему я второй раз не могу запрыгнуть? Ой, блин, заскользил, конечно, да, заскользил. Да почему я скольжу-то? Так, умер. Тут даже нет анимации смерти от этого богомола, вы понимаете? Насколько игра хороша. Легче с этой все-таки. Тебя парализует. Меня эта игра парализует скорее. Да блин, не скользи ты! Просто не скользи, лол. Сложно не скользить, что ли? Металлслаге у тебя настроение было лучше, ну, немножко. Блять. Давай, Вань, не торопись, тут ничего сложного нет. Наверное. Простейший платформер, как говорится. Дроп пока не поздно. Чё тут поздно может быть? Да. Легкая игра. Я согласен, что она несложная. Слишком я поздно прыгаю.
Оцени свою любовь к платформерам по шкале от 0 до 10. Но все-таки есть хорошие платформеры. Вот там про собачку. Про мальчика сегодня, который искал перчатку. Тоже был очень клевый платформер такой детский. Вот почему я скольжу просто дальше. Ну, го попробуем. Вот это скольжение, это пиздец. То есть, типа, во время прыжка, я объясню, мне нужно же налево зажимать, чтобы прыгнуть. Забудьте, что я говорил. Неважно, это абсолютно неважно. Почему он тормозит? Может, мне вообще сюда? Сначала. Так, на второй раз я так не смогу, поэтому это должен быть победный. Вы понимаете, насколько мы зафейлили? Тормозит, потому что испанская игра, возможно. Есть спидран по этой игре, не знаю. Не знаю, может быть. Блять, гигантский богомол, нахуй. Злой такой. С этой штуки, с этой платформы прыгать. Пожалуйста, панда, ты же, у тебя же цепкие руки должны быть. Это разве... Что? К чему тут вопрос про спидран?
Это ХПГ, чел. Чтобы понять, что такое ХПГ, можешь зайти в док. По команде ХПГ. В чате. Да еб твою мать. Понял, короче, что тут надо делать. Дайте курить. Не допрыгнули. Ох, наша. Пошла матерая. Пожалуйста. Не скользи ты. Не скользи. Для одного разработчика очень неплохо. Может быть. Я не разработчик. Я не могу утверждать ничего. Я ничего в своей жизни не разработал. Кроме своего очка. Блять. Сдох. Реально нет анимации убийства на богомоле. Блять, да что ж такое? Как разраб скажу, что такое 2 часа делается от силы. Ну, видите, вам разраб говорит. А сам ты какие игры сделал? Сам ты какие игры сделал в своей жизни? Ты назови, а мы послушаем все вместе.
Papers, Please было сделано одним человеком, если что. Да, я знаю, это я сделал. Да ладно, шучу, конечно. Блять. Я не понимаю, как туда запрыгнуть. Песня про Богомола, кстати, он слышит. Поет Богомол. Домашний, не прыгай на них. Хорошо, я последую. Не понимаю, как на эту штуку запрыгнуть. Ну, то есть, как бы... На нее такое ощущение, что невозможно запрыгнуть. Только, возможно, вот таким застреванием каким-то. Ну не богомол, ну красный краб, окей. Блять, ебучий краб. Как же я ненавижу, когда от меня требуют таймингов и не дают времени подумать. Надо раньше прыгать.
Почувствовали, да, сразу 200-400? Трон, что ли? Да я знаю, что Кологны — это немецкий город Кёльн. Но мне нравится Колон говорить. Не, ну если она реально так выглядит... Еба... Охуеть. Выглядит вообще как сложно какой-то. Полярности. Пить мозги. Кёльн. Международная гоночная программа из будущего. В настоящее время существует 28 треков для гонок и 3 типа гонок. Мы постоянно колонизируем новые планеты и обновляем нашу систему новыми местами. Вы можете создать свой собственный матч и бросить вызов другим гонщикам через наш плагин World Racing. Если вы решили участвовать в гонке в автономном режиме, вы можете участвовать в гонках против наших специальных гонщиков. Перед тем, как пытаться присоединиться к любому матчу, возможно, она бесконечная. Мы проверим. Ну, типа, возможно, она без сюжета и всего такого. Мы это проверим. Сейчас я только за Лаки Панду деньги верну. Я не возвращаю деньги за игры, которые того стоят. Но эта игра не стоит того вообще. 28 треков бесконечные. Так и что? И что? Но выбор из 28 треков. И чё это? Если там будет прям типа вот как... Ну вот, например, в Fallout, Flatout, если было по 20 просто треков, ты что, должен на каждом сыграть? Неважно, выиграешь, проиграешь, ты просто должен на 20 треках сыграть? Там же есть компания в Flatout. Трек — это не равно уровень. Трек можно приравнять к тому, что типа откройте скины какие-то или еще что-то. Это такая же поебня. Так. Чекни отзывы. Сейчас посмотрим. Зачем ему так много слотов? Блядь, я хуй знает, ну, столько есть. Так, что пишет вообще? Не единственный обзор по с моей, ну, для моего языка русского, то есть я что-то не понял, как в нее играть. Кнопка ускорения на клаве не работает. И управление не перенастраивается. Отличный комментарий. Keep falling through the map. Get it for the cards if you really want it. How do you move? That's a nice racing game. Получен бесплатно. При дропе пройденные игры на отрезке сохраняются? Ну, конечно, конечно. Ты чё, представляешь, типа, я дропнул, вернулся на отрезок, и у меня опять 0 из 20. Типа, это ж ёбнуться можно. Типа, это можно сразу ХПГ дропать, например. Made by Unity.
Все чаще я встречаю игры, которые созданы на Unity. Неужели настолько приятный и простой в освоении движок, что почти все игры на Unity делаются? Я так и сделал, да, ни у кого не спросив. Welcome to Cologne Racing System. Before you attempt any racing, you need to learn a few things. Так. This tutorial will walk you through everything you must know. Let's start with sprint. Бьёрн все трассы проходит, но у Бьёрна же компания должна быть во Флотауте. Во Флотауте есть компания с сюжетом, ну не с сюжетом, а с сборником гонок. Таймер, да, да, надо запустить. Congratulations for completing our sprint tutorial. You did very well. Now, let's try another race. Track mode. Для трекания кайфуем. Ладно, включу даптрек. Она громкая. Game volume я могу только до 80 скинуть, вы понимаете? Okay. Мне игра не даст выключить звук. И нет бы, сука, ты будешь, блядь, не слушать нахуй. Еще и это надо брать. Блять, я въебался. Нихуя не вижу. Скорость набирать, понял. Музыку зачем убрал? На двух трек, ну, мы проехали один трек, там не было вообще никакой музыки. Просто ровная. This is your RPM bar. You need to change gears when it reaches green color.
Я тут что еще должен, блять? Зачем? Зачем мне, блять, ручная это? Ну-ка, карьер. Клево. Время для подруб даб-трека, он так работает. Да давай, показывай уже, давай стартуем. Ебать, блять, мой хуй, ты что? Эхо ласков, думаю, играет, да? Ладно, мы за сегодня... Какая разница, мы за сегодня 5 игр прошли. И снова пришло время для важного объявления на нашем стриме. У нас новая подписка. Фил Стронгман, спасибо большое, Богдан. Я уже офт собираюсь, потому что это... Это слишком сложно для того, чтобы... начать играть в это сегодня, точнее пройти это сегодня. Ебать тебя в сраку. Дайте хилку, нихуя не видно, блин. Могу тут взорваться, интересно? Меня же какой-то черт обгоняет. Как мне температуру сделать меньше? Серьезно? Ладно. Давайте не сегодня. Давайте не сегодня. Я на сегодня устал. Давайте потом будем решать, что делать с этой игрой. Ладно, я с вами прощаюсь, надеюсь, не очень надолго, но вполне вероятно, что на неделю. Вполне вероятно, что на неделю. И... ну... может, чуть меньше. Все будет зависеть от того, как я буду лечить себе свой зуб. Все, всем спасибо, ребят, всем покеда.